Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ЕТВ программа «Зверский понедельник». Чего только не вытворяют по весне наши питомцы. Лезут на стенку, голосят и активно требуют общения с противоположным полом. Как помочь им пережить весеннее обострение, мы узнаем сегодня в нашей студии. Замечательные гости. Начнем с кота. Кот по имени Антонио. Замечательный, черный, с огромными рыжими глазами. Хозяйка кота Елена Лотиева, зоопсихолог. Здравствуйте. И ветеринарный врач Анна Безюрева. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна, расскажите, почему именно по весне вот эти вот обострения случаются? Это связано исключительно с гормональным всплеском поиска партнера? Или есть какие-то еще вещи? Потепление, не знаю, там, свежий воздух? На самом деле все намного проще. Это удлинение светового дня, то есть именно это. Кошек и собак это тоже влияет? Да, на всех животных. Я думала только на птицах, а они, квартирные кошки, они это видят? Ну, это, чувствуют? Конечно, они это чувствуют, потому что это все равно заложено природой, но у животных комнатного содержания это сглаженно протекает все равно, то есть более сглаженно, чем у уличных животных. Но все-таки самое основное – это поиск партнера. По крайней мере, самые яркие такие вот, да, изменения в поведении. Ну, именно для этого, да. Да. Елена, какие вот бывают обострения в поведении, в сторону ухудшения, да, вот чего может опасаться хозяин? Не знаю, помимо там оставленных меток, ободранных углов в квартире, до чего еще может дойти питомец по весне? Питомец в это время. Ну, невозможно сказать, что он плохо себя ведет. Просто у него меняются биоритмы и происходят, повторюсь, гормональные всплески. Это влияет на психоэмоциональное состояние животного. Питомец требует к себе повышенного внимания, может убежать и потеряться. И по статистике, каждой весной возрастает количество пропавших животных. Убегают из дома? Да. Ага. Вот как вот Татосик нас хочет убежать. Так, опасаться следует того, что животное может убежать и потеряться. Поэтому следует обратить внимание на входные двери, чтобы они были плотно закрыты. Москитные сетки были, да, на окнах. То есть опасаться следует того, что если питомец ранее проявлял агрессию по отношению к хозяину, то весной это может обостриться. То есть прям может напасть на любимого хозяина? Ну, не хотелось бы. Не пускаешь меня на улицу. Не хотелось бы, да, чтобы нападал, но все может быть. Анна, вот может ли почувствовать стерилизованный кот, кошка или собаки, стерилизованные вот это вот весеннее веяние, или у них вот раз стерилизовали, так уже все, и чувства тоже отсутствуют по весне? Ну, на самом деле это все возможно. Есть такое, как привычка, да, то есть есть привычное поведение, даже кастрированные коты могут метить, дальше продолжать, или, по крайней мере, лимитировать это. Ну и крики тоже могут быть. Всплески могут быть спровоцированы еще и аналогами половых гормонов, которые могут вырабатываться как надпочечниками, так и гипофизом. То есть есть риск того, что иногда, кстати, бывает, что кастрированные коты, ну, бывшие крипторхами, например, ничуть не хуже метят и также абсолютно ведут себя как некастрированные коты. Просто потому что есть один маленький семенник, но в брюшной полости, который не удалили. Ну, то есть некоторые нюансы, но тут коррекция поведения и, возможно, стабилизация гормонального фона тут должна быть обязательно. То есть надо сначала выяснить причину. Вот. И если это причина со здоровьем, ну, как бы, то есть какие-то нарушения со здоровьем, то это нужно, конечно, попытаться исправить, поведение корректировать. Ну, по корректировке мы немножко попозже. А вот еще такой вопрос. Если, например, породистый пес или кошка, неохота кастрировать, стерилизовать, все, хочется иметь продолжение рода, но раздражает беготня, ор, запах, то какие-то есть средства, которые помогают пережить именно весенний период, чтобы дальше все проходило гладко? Да, ну, конечно, многие владельцы таких животных, они терпят. Кто-то
используют гормональные препараты, есть успокоительные без гормонов в составе. Но гормональные препараты, тут нужно учитывать побочные эффекты. Вот хотела спросить, они не вредные? Они, да, они имеют побочные действия, то есть это мастопатия, сахарный диабет, ожирение, нарушение работы надпочечников и так далее. Очень, очень такие серьезные нарушения. И как быть тогда? Не принимать регулярно или наоборот, лучше вообще? Наоборот, точнее, если хочется, например, надолго заглушить охоту, лучше использовать инъекционные препараты, которые ставятся, ну, допустим, раз там, в полгода, ну, кому-то на год хватает или на полтора, в зависимости от стадии эструса. И если, допустим, ну, не подходит. Ну, то есть у таких препаратов есть действие, ну, как бы, нарушающее работу, ну, нормальные половые циклы, и поэтому если ставить такой препарат, то размножение следует начинать через две здоровые течки. А есть гормональные препараты, которые даются перорально. Вот, но их тоже нужно следовать инструкции, чтобы не вызвать гормональных нарушений. Очень часто владельцы не следуют инструкциям, и поэтому в большинстве случаев последствия бывают и плачевные. Елена, расскажите, Антонио у нас стерилизован? Да. То есть у него не бывает по весне проблем? Ну, таких вот глобальных не бывает, но он тоже требует сейчас повышенного внимания к себе, привередлив в еде стал. Хочет больше гулять на улице, он на поводке гуляет, не на свободном выгуле. Требует это прям по нескольку раз в день. Вот иди, гуляй со мной. Ну вот с точки зрения зоопсихологии поддаются корректировки питомцы, вот именно корректировки поведения в весенний период? Или природа тут берет свое и зоопсихологи бессильны? Нет, питомец поддается коррекции поведения в любой период. Со стерилизованными просто проще работать. Угу. То есть там больше контакт, да, находится? Конечно. А может ли при корректировке, как это вообще происходит, может ли находиться хозяин, да, например, хозяин. Общается психолог, нужен ли тут хозяин? Хозяин обязательно нужен, потому что моя цель – научить хозяина правильно общаться со своим животным и правильно с ним взаимодействовать. Угу. Только так можно добиться результата. А как происходит работа? Ну, понятное дело, не раскрывая всех секретов, но вообще знакомство какое-то, с чего начинается? Человек приходит и говорит, вот вы знаете, у меня тут кот чудит, да, или у собаки такая-то проблема. Какой-то анализ происходит изначально? Ну, конечно, анализ происходит, то есть обычно к кошкам выезжаешь на дом, да, вот я выезжаю на дом обычно. И диалог начинается с того, что я просто смотрю, как животное себя ведет с хозяином, как хозяин с ним себя ведет, какие у них привычки, навыки, какой пол животного, сколько живет в семье. То есть важен каждый нюанс. И отсюда я уже тестирую животного, я смотрю, как он себя ведет, что он делает, и применяю уже методику свою. А вот еще такой вопрос касательно именно весенних тематики. А витаминоз бывает у животных? Как с ним бороться, если он есть? Может быть, какие-то витамины пить? Ну, нет, витаминоз бывает у животных, особенно если в рационе недостаточно витаминов. Тут нужно балансировать рацион, на самом деле, постоянно. Но если есть какие-то обострения именно весенние, да, то есть если нехватка именно весной происходит, то есть, ну, если это клинически выражается, как-то видно по животному, то, конечно, лучше проводить курс витаминизации, то есть это витамины, которые покупаются в зоомагазинах и даются. Еще такой интересный факт. Некоторые собаки пытаются понюхать и даже съесть экскременты своих сородичей именно по весне, когда все это дело тает. Из-под сугробов вылезает. Это болезнь или норма? Или им каких-то витаминов не хватает? Что они там ищут? Нет, это не норма, но причин здесь много, и на самом деле это не до конца изучено. И некоторым животным, которые бывают голодают в рационе, чего-то не хватает, действительно могут поедать фекалии, это называется капрофагия. И
То есть тут, возможно, нужно присмотреть рацион, а, возможно, нужно сходить к ветеринарному врачу на консультацию и проверить состояние поджелудочной железы, например, потому что извращение аппетита, возможно, как раз у собак, у которых с поджелудочной железой что-то не в порядке. Mm-hmm. Есть некоторые причины поведенческие, например, материнский инстинкт, когда мать-собака поедает фекалии за своими щенками, то есть убирая свою логово, соответственно, соблюдает чистоту, также и на улице продолжает. Uh-huh. Некоторые собаки это делают, смотря на своих владельцев, которые убирают за ними фекалии, и, соответственно, пытаются облегчить именно год. То есть это все именно к поведенческим особенностям относится. Но если такая привычка сформировалась, конечно, ее нужно сразу же сначала выяснить причину. Да. Если это причина поведения, коррекция поведения, причем лучше поощрением, чем наказанием. А если это причина со здоровья, да, или нехватки витаминов, микроэлементов, то тут нужно корректировать рацион. Елена, если в поведенческом, да, вот закладывается такая причина, как-то это можно исправить? Можно исправить. Выдрессировать, научить? Можно. Надо, опять же, посмотреть, по какой причине ест. То есть обратиться к ветеринару. Если там все хорошо, значит, собака может также это делать еще и от скуки. Угу. У нас вопрос от зрителя. Нашему коту в этом году исполняется всего лишь 18 лет. Он кастрирован и уже год душераздирающий вопит по ночам. Весь год, вне зависимости от времени года. Можно ли как-то его успокоить? Очень, видимо, беспокоится хозяева. Как-то это к зоопсихологу или уже к ветврачам? Общий. Может быть, ветеринарного характера причина. То есть кот уже в возрасте. Может быть, боль его какая-то беспокоит. Да, может так. Угу. Поэтому это, может быть, и не совсем с весной связано, а именно нужно проверить общее состояние здоровья, потому что это такой возраст уже. Елена, правда, что кошки менее поддаются влиянию, внушению в корректировке поведения, чем собаки, и они не признают авторитета от людей вообще? Нет, кошки и собаки на самом деле хорошо поддаются воспитанию и дрессировке. Разница только в том, что собаки, они более услужливые по своей природе. Ну, с кошками надо более терпеливо. У вас Антонио просто прям само спокойствие. Вы его выдрессировали? Да, я проявляла терпение, желание и огромную любовь. Угу. А есть еще какие-то простые, очень такие краткие советы нашим зрителям в помощь хозяину, что они самостоятельно могут сделать в плане изменения поведения? Хулиганит домашний питомец. Желательно уделять своему питомцу больше внимания, больше посвятить прогулкам, усилить физическую нагрузку. Если занимается хозяин спортом, привлечь собаку к спорту. Собаки очень любят бегать за велосипедом, бегать с хозяином. То есть, грубо говоря, заниматься подвижными играми. Занять его всевозможным способом, чтобы не оставалось время на шалости. Да, потому что собаки, которые живут в квартире, у них энергии много, а деть ее некуда. Угу. Поэтому обязательно нужно физически ее расходовать. Угу. Последний вопрос с коротким ответом. Все можно исправить в поведении или есть что-то, что невозможно? 99% можно исправить. Угу. Дорогие гости, спасибо большое, что нашли время. Спасибо пришли вам. К нам в гости. Успехов, Антонио. Зрители, мы с вами увидимся на следующей неделе. Всего доброго, до свидания.